Привет, друзья! Представляю вашему вниманию гайд по нахождению драконьего корня в игре Готика 2 Ночь Ворона. Первое растение мы находим в башне Ксардоса на первом этаже. Вот здесь. Для того, чтобы найти следующее растение, нужно в городе Харине сначала поговорить с Зурисом. Я Зурис, специалист по зельям. Тебе нужна лечебная эссенция или магический эликсир? Ты сам готовишь свои зелья? Нет, я получаю их из монастыря или покупаю Константину. Если тебя интересуют рецепты приготовления зелий, тебе нужно поговорить с ним. Но он слишком туп, чтобы нанять кого-нибудь самому. Он всегда проходит мимо меня, когда выходит через восточные ворота собирать растения для своих зелий. А где именно Константина собирает травы? Он всегда выходит через восточные ворота города, а затем исчезает в лесу налево. Он как-то сказал мне, что почти все, что ему нужно, растет там. Получив эту информацию, мы выходим через восточные ворота в этот самый лес. И тут же сразу за воротами, в кустах, появляется следующее растение драконьего корня. Следующий драконий корень можно будет найти возле маяка Джека. В первой главе лучше зайти, как я сейчас захожу, с задней стороны, чтобы не привлекать внимание бандитов. Вот с этой стороны на земле растет следующий драконий корень. Если идти от маяка дальше в густой лес, то, проходя по тропинке, мы находим целую кучу варгов и других опасных тварей, в том числе и орков. Поэтому этот драконий корень, наверное, лучше всего залутать уже будучи прокачанным. Для начала зачищаем всю эту поляну. И вот на этом дереве мы находим следующий драконий корень. В этом же лесу, только с другой стороны, если идти по дорожке к каменному кругу, где мы с Лоресом добываем орнамент. Идем выше по этой тропинке, в сторону этого самого каменного круга, но немножко не доходя, поворачиваем направо. И вот на этом сухом дереве растет следующее растение драконьего корня. Следующее растение мы находим около домика Эрла, который охраняет Бастер с его другом. Здесь еще такой пенек, на котором следующий драконий корень. Теперь мы идем в сторону фермы Бенгара. Это долина с бандитами, которые похитили Элриха. Палатка с бандитами находится вон там слева дальше. Ну а вот на этом пеньке находится драконий корень. Дальше мы с вами идем к башне Декстера. Но если мы не поднимаемся в горы, а проходим по вот этому ущелью, то мы в конце концов найдем охотника Грома. Я не позволю так обращаться с собой. Да, вот его палатка. И слева очередной пенек, на котором очередной драконий корень. Теперь мы идем в сторону черного тролля от таверны Орлана. И если вот здесь подняться на гору от дороги, то мы выйдем на небольшое плато, где еще появляется магический голем по квесту магов огня. Вот именно здесь. И на одном из камней растет следующий драконий корень. Еще одно растение мы уже найдем в шестой главе на Эрдорате. Перед комнатой полковника орков слева растет драконий корень. Это все растения, которые можно найти. Еще пару растений мы можем найти у торговцев, у Константина. Например, в пятой главе появляется в продаже один драконий корень.
У Сагитты в третьей главе появляется также один драконий корень в продаже. Ну и последний драконий корень в продаже можно найти у Мильтона уже в шестой главе на корабле Эсмеральда. Всего в игре Готика 2 Ночь Ворона можно найти 13 драконьих корней.